Юли. Восьмого ноября в Хасавюрте в торжественной форме прошло открытие мини-парка, расположенного у здания Центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова. В церемонии открытия участие приняли глава города Зайнудин Акмазов, заместители главы администрации муниципального образования город Хасавюрт, начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев, представители отделов управлений городской мэрии и общественных организаций. Как отметил глава Хасавюрта, данный объект должен стать отправной точкой в череде открытия объектов в рамках реализации формирования современной городской среды. Естественно, вот это все должно быть сохранено. Это не на один год, не на два года сделано, это на десятилетие. Поэтому надо обратиться к горожанам, чтобы они бережно относились. Слова поздравления с открытием нового общественного объекта также выразили первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Батыр Ахмедов, начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев и руководитель строительной подрядной организации «Металлострой» Курбан Абукаев, а также сами горожане, которые присутствовали на торжественной церемонии. У меня лично мое пожелание всем жителям Хасавюрта, чтобы они сберегли эту красоту, берегли, содержали в чистоте. Уютный парк с цветным фонтаном по центру стал первым объектом, который был сдан в эксплуатацию в рамках реализации программы формирования современной городской среды в 2017 году. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».